Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Палач Рока, и, как вы уже поняли, это и есть поездка в Ульяновск. Ролик получился короткий, потому что я сначала вообще не хотел снимать. Но к этому давайте вернемся в самом конце. Тут не будет звуков, которые я именно записал камерой, тут будет именно мой личный голос. Так что извините, если будут некоторые моменты отставать. Сейчас на экране вы видите список, точнее картинки предметов, которые я взял с собой. Как вы можете заметить, это Nintendo Switch, PS Vita, игру... получается портфель, ну и вроде бы все, и как я помню. Если нет, то вы сами там увидите. Также вы видите картинки тех предметов, которые я увез, которые новые у меня появились. Как вы видите, я купил себе Astral Chain. Очень крутая игра, сейчас ее прохожу. Скоро будет по ней обзор, либо будет обзор вообще про Nintendo Switch. Год как с ней буду ходить. Вот. Очень скоро, а точнее прямо сейчас, вы видите, как я еду, получается, на электричке по Москве. Вот так вот это, собственно говоря, выглядит. Извините, если я буду запинаться, просто у меня сейчас идет переклиматизация, так что извиняйте. Вот, также хотелось бы уточнить то, что я был не только в Москве и Ульяновске, я также был и в Анапе. В городе-курорте, как вы все знаете. И как раз-таки фрагменты из поезда взяты из поездку в Анапу. Я не стал делить это на два ролика, поездка в Анапу и поездка в Ульяновск, решил все это соединить, потому что в Анапе я очень мало снимал, потому что я в первый же день обгорел и был очень красным. Вот. Сейчас вы видите пейзаж, который я успевал снимать, так что да. Ладно, наслаждайтесь музыкой, а я пока отключусь. Ну, собственно говоря, ребят, сейчас вы на своих экранах можете видеть парк, в котором мы зашли вместе с мамой отдохнуть, потому что на улице была жара плюс 40 приблизительно, потому что там реально очень жарко. Вот чем мне нравится Ульяновск, там жарко, хороший, ну, ветер хороший, нет никакой гадости типа мошков, комаров и так далее. Свежо, очень свежо. Конечно, в Хабаровске тоже свежо, но в Ульяновске как-то получше, прям бодрее конкретно. Вот, также вы сейчас видите некоторые плиты, я пытался их заснять. И дальше будет фрагмент, который я как бы и озвучивал, то есть у меня там рот шевелится, я поворачивал на себя камеру и так далее. Но он настолько тихий, так что я решил просто вам этот момент показать и приблизительно сказать то, что я вам тогда сказал. В этом фрагменте я говорил то, что возможно этот ролик выйдет, возможно он не выйдет, потому что материала я наснимал очень мало, возможно там будут только фотографии, потому что я планировал вот чисто поставить музыку и фотографии, фотографии не сделать, потому что ну действительно я предыдущие разы там 20-30 минут, когда вот поездка в Ульяновск или поездка в Сочи, я все это снимал, уже контента в Ульяновске почти не осталось, вот что-то пытаюсь. Так что вот такие вот пироги, ребят. Ну, а теперь дальше наслаждайтесь музыкой.
Вот, собственно говоря, и Анапа, дорогие друзья. Сейчас я нахожусь рядом с цветочными часами и памятнику Ленину, насколько я помню. Вот как раз-таки хочу рассказать немножко про то, как мы слетали в Анапу. Ну, я и мама. В общем, мы, получается, 2 дня на поезде от Ульяновска. В принципе, можно, если я вот перееду в Ульяновск, можно каждое лето туда-сюда ездить, получается. Ну, 2 дня это, ну, в принципе, ничто. Можно даже машину взять и поехать. Конечно, на более долгий срок, но все-таки. В общем, мы прилетели вечером, там все искрилось. Вот я себя вот прям корю за то, что я не заснял Анапу ночь, потому что ночью там просто красотень охрененная. Я, конечно, матом бы сказал, но пускай так, она охрененная там. Но я не заснял, так что у вас есть тут только день и только день с морем. Да. В общем, мы прилетели, я сразу захотел что-то есть, пошли, взяли себе по шаурме, поели, поспали, пошли на море, и оказалось то, что море зацвело, там везде водоросли, купаться, короче, было невозможно. Спрашивали, где можно еще покупаться, вы в итоге нашли вот рядом как раз-таки с цветочными часами. Пошли туда, там калька, там куча камней, почти песка нету. Ну, хотя бы покупались, там глубина хорошая. Заходишь только на 5 сантиметров, и все, уже по пояс или по шею, смотря какого ты роста. Вот. Потом оказалось то, что есть, получается, песок, пляж с песком, недалеко от того места, где мы первый раз купались, где море было как раз-таки грязное. Но там глубина, она прям детская, там надо отойти приблизительно на метров 20-30 от пляжа, чтобы по пояс хотя бы был. Короче, решили ходить только на кальку, потому что за вещами кому-то надо смотреть. Ну и вот такие вот пироги. Ладно, я опять отключаюсь до какого-то момента. Продолжаю. А тут, ребята, я хочу вам сказать только одно. Доширак, в поезде, водичка, ночь. Приятного вам аппетита. Продолжаем смотреть ролик. Это вот, ребята, Пушкарёво кольцо. Одно, это конечная остановка от автобуса, который ходит от Пушкарёво кольца до деревни, где находится бабушка, где я, получается, проводил весь свой отпуск. Вот так это все выглядит. Там в центре, получается, написано Ульяновск или что-то типа того. Я уже не помню, уже память не та. Ну, короче говоря, Пушкарёво кольцо – это, собственно говоря, остановка и торговый центр. Рядом с ним находится торговый центр Ашан или же Аквамола, кто хочет так называть. Я называю Ашан, потому что, ну, Ашан как-то более звучит. Вот. Это, грубо говоря, центр. Центр Ульяновска, старого Ульяновска. Есть еще новый Ульяновск, но к нему пока вроде бы доступ закрыт. А сейчас вы видите, как я делал мини-распаковку своей новой игры, как раз-таки Astral Chain. Как я говорил, игра уматная. Я уже ее прохожу, вроде бы даже почти прошел, я на 8-й главе, их всего 11. Так что скоро пройду, и если хотите, сделаю обзор на эту игру. В любом случае, скоро будут ролики по Nintendo Switch, я хочу записать вам вот такой небольшой спойлер, записать 10 бесплатных игр на Nintendo Switch, или вообще бесплатные игры на Nintendo Switch. Также хочу записать год с Nintendo Switch. Ну, короче, что-то типа того. Также, Ice Knight, вопрос к тебе, я надеюсь, ты смотрел до этого момента, вопрос к тебе. Будешь ли ты со мной снимать Майнкрафт, но не сборку? Сборку я другую начну, вот ту, которую мы с тобой вместе снимали, она пока заморозится до того момента, пока я не разберусь с лагами. Я начинаю новую сборку, но об этом потом, не хочу сейчас спойлерить новую сборку.
Майнкрафт получается на серваке одном. Короче, просто в комменты там спустись или в Дискорде. Также на экране вы сейчас видите кошака, который бесил меня в прошлом видео поездка в Ульяновск. Он бешеный, он кишка этот, блин. Он вырос в какого-то мейн-куна, такой здоровый стал всего за один год. Вот такие вот дела, ребят. Да. Ну, собственно говоря, ребят, это последний день, когда я нахожусь в Ульяновске. Ну, пока что в селе, конечно, рядом с Ульяновском. Но это последний день, когда я нахожусь в Ульяновске. Уже, получается, через 2 дня я буду в Хабаровске. Уже примерно через 3 дня выйдет ролик. Ну, как-то так. Короче, ролик будет примерно 10-го, либо 11-го, как-то так. Вот, ну, короче, я знатно отдохну, не знаю, как вы, даже вот моя шляпа это до Казани. Собственно говоря, ребят, если вам понравился ролик, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на всех моих братанов. А с вами был я, Палач Рока, и всем пока-пока.